Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана. Блин, я надеюсь, правильно говорю, извиняюсь, друзья, если допускаю какую-то ошибку. Как вы помните, джентльмены, леди, в прошлом выпуске, вот здесь вот будет ссылочка, я говорил как раз-таки о тех поправках, которые хотят внести в Конституцию Узбекистана, чтобы лишить полностью суверенитета Каракалпакии. Сегодня ситуация немножко другая, и об этом мы сейчас с вами и поговорим. Поехали! Итак, как сообщают друзья, портал uznews.uz, Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нукус, где проводил встречу с депутатами Жокарге Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. По данным пресс-службы, глава государства с учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказывания жителей Каракалпакстана, мнение президент обозначил необходимость сохранить без изменений действия редакции статей 70, 71, 72, 73, 74 Конституции Республики Узбекистан. Напомню, друзья, что проект новой редакции Конституции Узбекистана в конце июня был вынесен на общественное обсуждение, которое продлилось до 5 июля. Которое продлится до 5 июля. Поправки предполагали, что из описания статуса Республики Каракалпакстан уберут слово «суверенное». Также из Конституции удалят упоминание о праве Республики на отделение от Узбекистана. И вот вроде бы вот эти вот все народные волнения дошли до того, что вынудили президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева отказаться от этой идеи, что все оставалось как и раньше. То есть статьи от 70 до 75 Конституции Республики Узбекистан, чтобы оставались без изменений. Вот так вот до чего может довести действительно народная воля. Когда сплоченно народ начинает действовать, что может произойти из этого? Ни к чему не призываю, ни на что не намекаю, но вот так как есть. Что вы об этом всем думаете, друзья? Обязательно оставьте ваше мнение в описании под этим видео. Давайте пообщаемся, только прошу вас без оскорблений. На этом у нас все. Вы были на Азмос Шоу. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, ассалам алейкум, аривидерчи. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better...